Друзья, мы у Сергея в Белореченске, и здесь мы будем 2 дня клеить аквариум. Ролик про аквариум будет отдельный, а сейчас я хочу показать его дискусов. Он все-таки тоже немножечко акванутый, как и все мы. Вот он у нас. Давайте проскочим. Тут. Серега. А у тебя переехало все, да? А, это новое у тебя? Компрессор давай вынесем. Коротит очень сильно, звук будет. Давай выключим. Ненадолго. У нас коротенький он будет. Буквально ненадолго. Друзья, выключили компрессор. Так что то, что у дискусов нет воздуха, это просто ненадолго. Где ты их набрал таких? Это Женя в Кирчи делал, вон пара не висится, видишь, он готовится к ней, ага. Пара уже второй раз будет не висеть. Ага. И им чуть больше полгода. Кто еще это? Им больше. Нет, а где взял? В Кирчи есть Кирчи. Разводчик, ага. Женя Мархаброд. Вот это у него не было. Он Евгению Величке тоже передавал через меня. Вот эта парочка. Вот они сейчас полностью чистят, будет нерез. А тебе малька удается поднять, да? Ну, молодая рыба, только-только. Угу. Сейчас тут есть, в другом помещении есть более взрослые. Там. Видишь, вода мутноватая? Вода мутноватая, потому что забыл на ночь на тот ключ. Вот. Кормить, ну, трубочником или не. А ты трубочником кормишь, да? Ну, и трубочник вообще, и пашем все. Угу. А эти чьи? Это от Маркуса Стокера. Это у этого Виталика. У Виталика, да. 3 штуки кетчу ешали, 7 штук у меня осталось. Ага. Вот. Покупал как Red Map маленьких. Оказалось на Red Map. Совсем не близко. Лишь боятся. Они довольно-таки шугливые. Угу. А это сампик у тебя на. Да, это на нижний. На нижний аквариум. У тебя все сампиками сделано. Вот тут тупо подача сюда, да. Здесь проходит и сюда самосливом сливается. 2000 насос на минимуме стоит. Угу. То есть у тебя он получается наверху как бы фильтр, не внизу, то есть сампом является как вот бы сам аквариум. Верхний тоже. Такой верхний сампик, да, верхний это фильтр. С дорожного этого сделано. А ты говорил что-то, да? Да, ну то видео старое, что ладно снимал, я тебе показывал, вот он запущенный стоит. Ага. Тоже вот такая циркуляция. А внутри там что, тоже лава? Лава. Лава? Лава, да. А где ты ее берешь? Где ты заказываешь? Заказывал с Иркутска. Один хлопец. А, да, да, знаем его, лаву, знаем, да. Знаем его. Цена, да, самая, да, оптимальная, да, да. Цена. И лава очень качественная, только промыл пыль и все. Ага. Там, роман. Видимо, гора есть, да. Да. В Иркутске. Лавовая. Роман, ну вот эти вот дискусы, этим больше года. Вот они вот. Эти мы видели в прошлом году. Да, да. Они в прошлом году они были тоже полугодовалые. Что они прям здоровенные. Ну вот. Вы уедете, я не знаю, я буду старики в Москве. Ага. Не сказать бы. 16-17, да. Вот я их у него брал 15 штук. Это откуда? Тоже с Кирчи, один. Круглые прям такие. Да. Прикольные. Ну вот от Браковка, от этого, ну, всю компанию брал. Это брак. Ага. Ну какие-то у них дефектики есть. Типа морда лица не той формы. Вот, посмотри, как. Видишь, губочки торчат неправильно. Да, утенок такой, да. Да, как уточки. Ну, здесь тоже все на сампиках, да?
Здесь, да, вот эти все разделы стоят прямо непосредственно на аквариуме, тоже насосы 600-е, он же баллов, качали туда. Я понял. А ты сам их делал, да, клеил эти сампики? Да, все сам делал. И аквариум и сам сделал, и сампы. Ой, ой, тихо. Ругаются, конечно. Они боли. Тебя прости. Видят и посторонние. Да. Красавцы. Ну это лось еще тоже. Две самочки и сами. Ну, тоже от этого же не спирт. Угу. А он-то и где берет? Привозит откуда? Ну, в Италии берет. Да. Тоже в Италии. Ну, он разводчик. Угу. Покупает качественную рыбу, выращивает. Керчи разводит, есть? Разводчики есть в Керчи? Да. Ну, Женя, да, есть. А внизу у тебя будут нерестовички, да? Ты, а ты внизу уже, это не рестовички. Ты что-то уже каких-то малючках удалось получать? Нет, ничего не. Ничего я не разводил, потому что же, ты же видишь, у меня бардак, мне некуда вещи убирать. Вот сейчас вот я буду, сейчас вот этот склеим большой аквариум, поставлю, часть уберу, часть это, чтобы куда-то малька посадить. То есть большой и аквариум у тебя большой, будет для как раз крупной рыбы, да? Освободить емкости, вот, вот это выбраковка, тех трех, посажу большой, ну как бы отбракую ту рыбу, которую продать дешевле. Но она уже взрослая, ну люди купят. Я понял. Хочу тут продать, а уже малька, не рестовики-то есть. А туда потом малька пересаживают. Освободятся, я думаю, пару емкостей, вот эти по 330 литров, они освободятся и уже поднимают. Ну, друзья, это в отдельном ролике. Я вам специально, чтобы не грузить ролик про аквариум, про изготовление аквариума, не грузить его рыбками, да, это вот такой вот коротенький ролик про самих рыбок, которые есть у Сергея. То есть этот дом, частный дом, и в подвальчике вот сделано вот так вот. Диски, там листовики, здесь тоже диски. Вот в прошлый раз здесь этого не было, но уже сюда тут это стало болезнь уже распространяться и на эту комнату. Злокачественная опухоль. Аквариумистика, значит, стала тут занимать весь предоставленный ей объем. Аквариумистика, я же тебе говорю, я с детства, вот как у дяди Яши, куча. Да, да, сейчас мы их порассматриваем. Недавно попали, друзья. Тут был поток небольшой, попали и как бы по поту. Ну давай. Я же такая была книга. У меня вот такие вот. Друзья, это я своими руками сделал. Да, своя книга. Ну, это другие журналы, вырезки. Хотел делать другую книжку. Ага. Ну, вот такие вот. Все с 70-х годов. Ага. Все эти журналы рыболовства и рыбоводства. Друзья, ну смотрите чего. Вот. Раньше было вот так вот, то есть раньше это было волшебство, которое... Тут и про рыбалку, вот Гагарин на рыбалку. Да, которое вот сейчас, оно, ну, не такое волшебство, к великому сожалению. Да. В силу доступности, вот что ли. Вот журнал вот этот, РИР, угу. Рыболовство и рыбоводство. Ну тут больше... Про рыбалку отрезано журнала, первый титульный лист, и про рыбалку, и промышленное удалено, и про аквариум. Ну вот видите. Ага. Иглы пресноводные. Кстати, у нас такие водоемы. Да? Да. По Уму. Белореченске. Вот, фильтрация. Вон, друзья. Все. Вот, трубочника разводить. Угу. Не трубочника, а улопорох. Ну-ка. Аппарат веса. Дай-ка, ну это не аппарат весь. А что это? Ну это вот как раз наша система. Ну а да. Нет. Это что-то другое. Это какие-то водоросли, видимо, разводить или что-то такое. Так, безотказная работа, высокий выход продукции. Ну посмотрим чуть попозже. Да. И вторая такая же у тебя книжка. Вот
вторая, да, две штуки, это вот старая жопа в комплекте. И вот так скомпоновал, а так бы стопа была огроменная. Ну да. Ну вот, вторая такая. Потом эти рыболовцы перестали печатать. Пошли вот эти журналы какие-то. А, это приусадим. Тут целый тут гаванский аквариум, голландский. А сюда, а какой журнал, я не помню. Я сразу выдирал и вот это дело вот так вот. Ну это вот не доделано, так и осталось с тех лет. Это просто... аквариумное рыбоводство. Угу. О, видишь, журнал был. Аквариумное рыбоводство. Серег, надо включать компрессор. Сейчас запущу, мачо не задыхается. Ну, все равно надо обезопасить. Как ты видишь, у меня рыба соответствует количеству, но тут уже много. Соответствует, как говорится, количеству и... Друзья, объему. Ну все, включаем компрессор, покайфовали чуть-чуть и хватит. Вот такой вот компрессор. Пошняка. Вот смотри. Вот этот шланг, он мне был выведен, стоял на улице. Ага. А он тарахит на улице, гудит, и летом жарко, окна открывают, внуки приезжают, и он моим детям, моим внукам мешает спать. Угу. Я его занес сюда. А сейчас похолодает чуть, вот они будут ее открывать, мне его отдал назад. Ага. А вот так вот, красиво. Календарь. А у меня красивее здесь, у меня от Рудольфа есть календарь. А он мне его такие прислал. Ну, я куплю и от Рудольфа, и вот такие вот тут. Это дискус. А что это? Они. А, дискус РУС? Да, они. Замутили. А что ты к ним не поедешь? Поеду. Поедешь? Да. И как пригласят, так сразу поеду. А то они что-то там, то не могут, то еще что-то. А, ну ты звонил. Да. Понятно.